Добро пожаловать на канал Балдело Маэстро. Но если вы хотите смотреть видео, но не хотите регистрироваться в YouTube, тогда все наши видео и так далее будут выложены на сайт baldelo-m.olcraft.com. И приятного вам просмотра. Так, ну вроде я сейчас подъезжаю к переезду. Ох, поворот что-то. Ну-ка. Так. О! Там какой-то переезд, ничего себе. Так, ну-ка, проезжаем. Так, проезжаем. Блин, я на какую-то кочку наехал. Ой, блин, извините. На какую-то кочку наехал. Ну-ка, припаркуемся. Что это такое было? Что это такое было? О, ребята, вы здесь? И всем привет, ребята. Меня зовут Ваня. И добро пожаловать на новое видео. Сегодня я продолжаю работать дежурным по переезду. И, ребята, смотрите, на какой переезд отправили нас. Этот переезд, он находится, знаете, где, ребят? Угадайте. Он в саванне находится, ребят. В саванне. Он, ребята, в саванне находится, видите? Теперь, блядь, понятно, на что я наехал. Ребят, вот это, и вдруг вы меня сейчас спросите, что это такое, что это вот это вот? Это остатки барьера автоматов. Вот, но с той стороны они убрали, а с другой они уже почти убрали, но только они забыли вот эти вот барьерчики убрать. Так, пойдемте в будку. О, что-то тут таксофон делает, ладно. Кстати, будка, она сделана в РЖД-окрасе. Но только, ребят, почему? Почему, ребята, висит такая контактная сеть, ребята? Может, это какая-то пиксельная карта, может? Или я не знаю, что. Ребят, напишите в комментариях, что такая контактная сеть такая? Почему она никогда не реалистичная? Наверное, кто-то ее сделал. Ладно, пофиг. Я этому автору в хлебальник дам за то, что он сделал такую контактную сеть. Ладно. Проехали. В общем, пол из алмазов, ребята. Тут еще есть, ребята, компьютер современный. Телефон есть. Тут есть два рычаги. Здесь и раньше мне показывали на фото то, что вот это вот рычаг, это управление светофором. Точно он управляет светофорами? Да, светофоры включаются. А вот это что такое? Мне говорили то, что это... То, что раньше этот рычаг поднимал барьеры. Но сейчас барьеров-то нет. Ну, хотя... Не, ну, барьеры почти убрали. С этой просто нету. А с этой там почти есть, но они не работают. Вот такие дела. Так, ну что ж, сядем. Итак, и первый поезд у нас... О, СР-3. Пойдемте ждать. Ребят, прошло ровно 30 минут. Ой, давайте закрывать переезд. Только возьмем... О, кстати, там сундук поместили. Красный с желтым флагом. Ой, как выбраться-то? Во, вот так. И пойдемте встречать поезда. Так вот, мне рассказали то, что все поезда, которые у меня в расписании, они пойдут с этой стороны, потому что с той стороны висят вот такие знаки постбезопасности и знак свисток. Да. Можно, кстати, заметить поезд, это если оттуда смотреть. Кстати, там поставили сигналку, и там далеко вон там поставили. Сейчас будет гулять. Я сейчас пока что ничего не слышу. Тогда увижу, я не знаю. Сейчас оно поедет. Там светофор, кстати, стоит.
Да. Что-то поезд как-то задерживаться наш. Будем ждать. А вон он, ребята, и СР-3. Да, ребята. Да. Все, он сигналил. Он проезжает. Да. Он проезжает. Только почему он медленно едет так? Так. Все, СР-3 проехал. Теперь погнали открывать наш пароездик. Все, он открывается. Кстати говоря, раньше вместо вот таких вот светофоров стояли вот такие, ребята, светофоры, которые из Traffic Control. Но они сейчас не работают, потому что, во-первых, они старые, во-вторых, они проржавели. И знак скоро упадет, ребята, смотрите, он как ненадежно закреплен. И вот, в-третьих, лампы разбиты, вот эти вот лампы, они тоже разбиты. Вот почему их заменили. Да, кстати, на момент, когда ставили эти светофоры, переезд был нерегулирован. То есть, раньше он был без шлагбаума, это если можно заметить под таким светофором, а сейчас он регулируемый и без барьеров. Хотя, все равно можно сказать нерегулируемым. Так, и следующий поезд, по-моему, у нас... Так, подождите. Опять сюрприз-вагон. Что ж такое? Давайте ждать. Итак, прошло ровно 10 минут. Давайте закрывать переезд. То есть что-то Майнкрафт подлагивает. Что-то Майнкрафт подлагал. Так, там что-то движется. Ладно, сейчас будет сюрприз-поезд. Да, сейчас скоро пойдет сюрприз-поезд. Как вы знаете. Еще мне Саныч Майнкрафт написал мне комментарий, если будет все краснеть, если будет все краснеть, и вот эти вот будут все краснеть, я тогда должен нажать Ctrl, F3 плюс A. Поэтому мы обязательно таким способом и воспользуемся. Так. Сейчас я пока что ничего я не вижу. Я сейчас не слышу этого. Не знаю кого. Но сейчас он скоро пойдет. Что-то опять поезд задерживается. Ну да ладно, давайте подождем его. Так. Ну, я даже приостанавливать не буду. Так. Я пока что ничего я не вижу. О, ребята, там пар. Ничего себе, пар. Так. И что там? О, ребята, это паровоз. Это паровоз. Эксклюзив. Давненько эксклюзива не было. Давненько эксклюзива не было. Да, проезжает наш поезд. О, 2 из 4К вернулся. Ну, 5 вот этих цистерн, 5 этих цистерн, 5 вот этих полушечек, полушечки такие, 5 штук, 2 вот этих вагона, 2 вот этих двухэтажных вагона, ну, 4 двухэтажных вагона, 2 РЖД и 2... Я не знаю, какой компании. Grand Service Express. И 2 вот этих американских вагона. Не знаю. Но переезд у меня пока что не краснеет. Все.
Он уже вроде прошел. Давайте открывать переезд. Открываем переезд и следующий поезд. Следующий поезд у нас ЧМ-3. Ждем. Ждем. Прошло ровно где-то 10 минут. Закрываем переезд. Ждем нашего ЧМ-3. Вроде там должен пойти вот этот ЧМ-3, дизельный такой тепловозик. Ребят, если вы хотите, чтобы Саныч Майнкрафт со мной работал дежурным по переезду или работал машинистом, тогда ставь лайк и пиши комментарий. Андрей Про 2010, если ты смотришь видео, знай то, что я выживаю с кем-то помимо тебя. Это если ты смотришь это видео. Итак, тем временем я пока что жду ЧМ-3. Вроде должен отлагать Майнкрафт. Но я пока что ничего не вижу. Так. Вроде я слышал гудок. Либо я не знаю. Кстати, еще раз, Андрей предыдущий 10, если ты смотришь видео, то давай ты напишешь в комментариях то, что ты, это чтобы я сделал для тебя подарок метро. Ребят, если вы хотите метро, то да, пишите в комментариях или ставьте лайк. Ну а пока что у нас, и пока что мы видим ЧМ-3. О, целый ЧМ-3. Ничего себе. С вагоном? Ничего себе. Ничего себе с вагоном. Ну-ка. Так. Все. У нас погас светофор. И следующий поезд у нас. Так. Следующий поезд. Так, подождите, какой у нас переезд? Так, ну-ка. Блин, что-то расписание лагает. Так, вроде я вижу, что скоро пойдет. О, пойдет у нас какой-то Siemens, я не знаю какой. Но Siemens это марка телефонов. А разве есть поезда Siemens? Ребята, напишите в комментариях, бывают ли поезда Siemens? Ладно, давайте ждать. Давай, давай, мочи всех, мочи всех. Так, подождите, сколько времени? Пора закрывать переезд. И что, мне кажется, что это последний поезд? Ладно, последний поезд, так последний поезд. Ладно. Так, интересно. Надо посмотреть на такой поезд от компании Siemens. А то я что-то не знаю. Ведь Siemens это фирма, которая выпускает телефоны. Как она может поезд выпустить-то? Ладно, давайте смотреть. А то непонятно мне, что ли. О, переезд чуть не стал красным. Так. Давайте ждать. Давайте ждать этого Siemens'а. А то я что-то не верю, что может пойти такой поезд. Ребят, вы тоже не верите про такой поезд от Siemens, а? Напишите в комментариях. Посмотрим, кто нас смотрит. Ребята, если вы ходили с телефоном, который называется Siemens, то, ребята, напишите в комментариях, что вы ходили с каким телефоном вы ходили. Ну, а мы посмотрим, кто нас смотрит. Олд или новичок? Олды считаются те, которому больше, ну, которые ходили с телефонами Siemens, это в моем случае. А новичок это тот, у которого нету Siemens телефона. Ладно. А мы тем временем. Так, смотрите. Что-то поезд не идет. Не знаю.
Что-то поезд задерживается. Давайте подождем, а то скоро мне уже спать пора идти. Ладно, ждем. Подождите, я вижу что-то там желтое. Я не знаю, что. Что, ребята? Это вот так вот выглядит Симмонс? И вы хотите это сказать, что это Симмонс? Чего? Теперь понятно, почему Симмонс больше не выпускает телефоны. Потому что она же перешла на тематику поезда. Видите? Она перешла по тематику поезда, ребят, вот этот Симмонс. Ладно, мы пропустили. Только барьеры надо чуть-чуть убрать. Все, ребята, прошел у нас Симмонс. Давайте открывать переезд. Хотя мы не будем открывать, потому что, во-первых, это у нас последний, ребята, поезд. Переезд становится закрытым на пересменку. Я сейчас иду к своей точиле. Ёлки-палки, чё, у меня машина, что ли, пропала? Так, ладно. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поддержите этому видео лайк. Ну, а с вами, как всегда, был я. Меня зовут Ваня. И всем пока!